Бонсуар, дорогие друзья! Чрезвычайно интересная вещица попала ко мне в руки, была мной заточена, и сейчас я представляю ее вашему вниманию. Абсолютно редкая и такая же абсолютно старая вещь, клинковая бритва французского производства, имеет надпись на эрле сверху Наварон, а ниже написано Дюма, но не тот, который Айне, 32-й, то бишь старший, а просто Дюма, потом две буквы A и U, и потом COO, и дальше стерто, уже, к сожалению, ничего не видно и не разобрать. С обратной стороны я вот такое с таким сталкиваюсь впервые. Имеем надпись «Perfection», то есть «Совершенство». Очень старый, понятное дело, откованный клин. Абсолютно в сумасшедшем состоянии. Имеет вот такое геометрическое решение носа. Клин полный. Имеет обратные спуски к вершине обуха. Насечка, оправа выполнена из рога, клин кость, и что крайне редко для брит французского производства, вот такие пины а-ля бычий глаз. Само собой, оправа кривая, это стоит учитывать, но в общем-то, учитывая ее возраст, а лет ей, я бы сказал, крайне немало. Где-то 170-190 по таким поскромненьким подсчетам. Точил по жесткой классике, без никаких изолент, без ничего. Причину объясняю. Вот в этом месте, несмотря на то, что общее состояние, как вы сами можете наблюдать, абсолютно чудодейственное, вот здесь имеет место быть, он зрительно незначительный такой очажок коррозии, но вот сюда ближе и на фасочку уже выходит, к счастью, без выхода на РК, то есть на вершину фаски, имелся такой очажок коррозии. Я принял волевое решение его аккуратненько снять, дабы это все было, ну, в соответствии. Изоленты не применял, точил вживую. Вот таким вот образом. До меня бритва не точилась, поверьте мне на слово. То есть на ней следов хон-износа не было в принципе, по определению. Где-то она лежала и ждала своего часа, и вот этот час настал. Сегодня буквально я ее из Франции получил. Абсолютно быстро заточил. И вот, собственно говоря, делюсь этими результатами с вами. Ну, вот что она творит. Прекрасная антикварная бритва в коллекцию или просто для бритья. Я продолжаю стараться находить варианты, достаточно приемлемые как по цене, так и по ходовым характеристикам. Еще раз сконцентрирую внимание потенциальных покупателей на том, что оправа косит. Поэтому стоит закрывать крайне аккуратно. Цена данной модели $60. Мне кажется, для такого состояния и, в общем-то,
такой вещи, это более чем гуманно. С наилучшими пожеланиями. До скорых встреч в эфире. Пока. А, кстати говоря, у меня еще завалялся, если так можно выразиться, лежит без дела, приличный клиночек французского производства. Он не широкий, там порядка, ну, наверное, 5 восьмых как максимум. Но там предварительно очень хорошая сталь. Я нашел какую-то первую попавшуюся оправу. Естественно, там никаких чудес она не показывает. Но вот предположительно прекрасный, сам по себе прекрасная сталь клинка. Я сейчас ее заточу и сниму по ней репортаж. Опять же таки, постараюсь абсолютно адекватную сумму на нее обозначить. Поэтому не прощаемся надолго. До скорых встреч в эфире. Пока.